Привет Усть-Куломскому району передал актер театра и кино Гоша Куценко. С кадетами из Усть-Кулома он встретился в одной из воинских частей Пскова, куда ребята ездили на экскурсию. Привет Усть-Куломскому району. Привет! Ура! Ура! Я приехал из Москвы в Псков и встретил таких красавцев. Я счастлив, что в нашей стране есть такое подрастающее поколение, и оно умеет улыбаться и смеяться. Ну, покажите, как вы смеетесь. Привет, низкий поклон родителям. Всего хорошего. Счастья, здоровья и мира.